центре Москвы в гостином дворе открылась ежегодная международная выставка «Космоскоу». Именно здесь, на фестивале современного искусства, состоится премьера нескольких ярких новинок от немецкого бренда Audi. Это уже 7-я международная ярмарка современного искусства, где можно увидеть работы 300 художников из галерей России, Америки и Европы. Здесь есть и черепа с ремнями Louis Vuitton, и скульптуры Симпсонов на винтажной тумбе. А главным автомобильным событием вернисажа стала премьера 2 новинок от Audi, которая уже 2-й год поддерживает фестиваль «Космоскоу». Жемчужиной стенда стал лифтбэк Audi A7 Sportback в эксклюзивной серии Ocean GT, название которого объясняется окраской автомобиля. Особые накладки на пороге с надписью «1 из 111» подсказывают, сколько таких машин в мире. Кстати, российская квота на модификацию Ocean GT всего 15 штук. Помимо оригинального дизайна, этот A7 оснащен матричными диодными фарами, полноуправляемым шасси и динамической системой рулевого управления, в которой остроту передней рейки меняет редуктор. Мне очень нравятся автомобили Audi, и они как раз привлекают своим дизайном. Казалось бы, он простой, и каждый раз, когда выпускается новый автомобиль, вот поэтому я заметил по электрокару, минимализма становится больше. Вторым экспонатом от 4 колец стал электрический концепт Audi Q4 e-tron. Синяя окраска Solar Sky способна менять оттенок в зависимости от угла зрения. Шоу-кар был впервые представлен минувшей весной в Женеве и демонстрирует будущий серийный электромобиль, который выйдет на рынок в следующем году.